Всем привет, с вами Дарт, теперь я... Так, где палец? Теперь я не только говорю, но еще и показываю. Значит, это мое первое пробное видео с веб-камеры. Снял я его для вас, мои дорогие подписчики, дорогие, 230, ну, по последним данным, 238 человек. Ребята, вы лучшие из лучших просто. Спасибо вам вообще огромное за вашу поддержку, за ваши просмотры, за ваши лайки. Огромное спасибо людям, которые кликают по рекламе. Для тех, кто не знает, кликая по рекламе, вы не захватите никаких вирусов. Иначе на этой рекламе не зарабатывали бы миллионы какие-нибудь ютуберы там из Америки, грубо говоря. Если бы на ней были вирусы, никто бы на них не стал нажимать. Поэтому не бойтесь, кликайте, там никакого... Как говорится, вирусов никаких не будет. Для чего вам, собственно говоря, кликать по рекламе? Ну, чтобы я начинал хоть помаленьку зарабатывать. В сути, я вас сейчас прошу, ребята, давайте кликайте, чтобы я получал деньги. Но дело не в этом. Я же все средства, которые заработал с Ютуба, я уверен, что больше 70% того, что я заработал, буду тратить на канал. То есть покупать игры, возможно, даже новый компьютер. Ну, зависит от того, как пойдет в дальнейшем популярность моего канала, моих видео и прочее. Ну, думаю, видео с веб-камеры взорвет интернет. Так, значит, да, и забыл сказать. Да, я школьник, мне 17 лет, учусь в 11 классе, город Котлас. Кто не знает, ребята, загуглите, нормальный город, отвечаю. Можете даже приехать погостить. Ну, в плане у меня вряд ли, у меня места не так уж и много, но к бабушке могу поселить. Так, что? А, ну да, там переходный возраст, все дела там, эй. Да, но я не знаю опять, к чему я это сказал. Значит, у меня есть небольшой списочек по поводу того, какие игры проходить в дальнейшем. Но я что-то еще хотел сказать. А, парень, который ставит дизлайки. Спасибо тебе. Почему-то я очень сильно уверен, что это парень и что это один и тот же человек. Ну, когда два лайка, там понятно, что два человека. Но где один, это один и тот же человек. Я говорю ему спасибо, потому что ошибок не делает тот, кто ничего не делает. Ну или дизлайков не получает тот, кто не снимает видео. Дизлайки должны быть все равно. Это у людей разные вкусы. То есть, если одни лайки стоят, то я сразу думаю, какое-то подозрительное видео. Потому что быть такого не может, что прям всем людям оно понравилось. Значит, тем, кому оно не понравится, они просто не нашли это видео. Ну, хотя такое тоже возможно. Так, ну, наверное, перейдем к списку, что я всех поблагодарил, рассказал, кто я такой. Ну, типа, паренек такой. Брутальник, так. Цепочка, цепочка. Так, ну, давайте к списку перейдем. Значит, нужно обязательно закончить Jurassic Park Builder. Раз уж я начал, раз уж я, черт подери, снял уже 50 серий, надо его закончить. Вышел новый, скажем так, билдер от той же фирмы Людия, по-моему. Что я сделал Jurassic Park Builder. Игра называется Jurassic World The Game. Сделана... Да, все правильно сказал. Сделана она по фильму, собственно говоря. То есть динозавры, там их анимация, внешний вид сделаны не по фильму в основном. Какие-то добавлены новые, совершенно новые даже для обоих игр. Вначале я думаю, ура, ура, там было написано 15 мая выход этой игры на Android. Сейчас она доступна только на iOS. Как там ее взломать, если у вас есть iOS, допустим, потому что она сейчас доступна только в Австралии, если вы хотите уже сейчас поиграть, то заходите в группу, которая в ссылке канала, не в группу, ну в группу канала, конечно, тоже заходите, обязательно, будем рады, а в группу, посвященную этой игре. И там можете спросить у редактора, он вам ответит, как взломать игру. То есть у вас есть iOS, он поможет вам ее взломать, и вы уже прямо сейчас начнете играть. А для владельцев Android 15 мая, ребята, ждем. Я подумал, раз уж на Android выходит, тем более Лидия, там все дела, наверное, и на Facebook появится. Но эти личности сообщили, что не хотим мы, не будем мы делать на Facebook. С одной стороны, это неправильно, ведь они смогли бы заработать даже в 3, а то и в 4 раза больше, благодаря тому, что они выложат эту игру на Facebook. Но они почему-то отказались. Будем ждать, что они передумают. Иначе я не знаю, как это видео появится у меня на канале. Скорее всего, не появится, к сожалению. Но будем надеяться, что эти ребята передумают. Следующий в списке у меня Dino Hunter Deadly Shores.
Вот я как раз записал несколько видео по этой игре. Sony Vegas такой, пошел-то, я не буду снимать. Буду, ну как, видео-то я тебе визуализирую, а вот веб-камеру не буду. И будут у тебя квадратики. Вот я все такое психанул, удалил. Значит, дальше Дино Кризис 2, Дино Кризис 3, постараюсь. Вот постараюсь, надо тут написать у меня, постараюсь. Так, Jurassic Park Game. Обязательно, я не могу пройти стороной эту игру. Дальше, Челюсти, это игра за акулу из фильма Челюсти, собственно говоря. То есть большая белая акула такая, только даже большая-большая белая акула. Ну, она там нереально огромная. Потом обязательно Турок. Как же без этого? Как же начал снимать видео про динозавров и не заснял Турок? Будет что-то ненормальное. Следующая игра это Impossible Creatures. Учитывая, что у нас в списке стоит восьмая, собственно говоря, что это за игра, я, пожалуй, не буду рассказывать. Вот. Ну и Кинг-Конг. А дальше уже посмотрим. Там игры про динозавров, по сути, кончились. По некоторым я сделал забеги. То есть будут выходить новые обновления. Допустим, Primal Carnage Extinction. Вышло обновление. Там дофига чего-то добавили. Опять оружие всякое. И добавлен акроконтозавр. Ну, по сути, да, я могу снять. Но получится забег на 5-10 минут. То есть я найду карту с акроконтозавром. Покажу игру за него и все. Я, пожалуй, понаберу... Что-то щека чешется. Пожалуй, понаберу несколько обновлений, то есть несколько новых видов динозавров или что-нибудь такое, и сниму еще один забег. Так. Ну, потом будем проходить стратегии, такие как Warhammer 40 тысяч. StarCraft обязательно, к тому времени, как я начну это снимать, видимо, выйдет уже StarCraft, посвященный чисто протосам. Это я очень фанат этой серии, можно сказать. Я, собственно говоря, не особо люблю игры от Blizzard, не потому что они плохие, потому что я пробовал играть The World of Warcraft. А вы, знаете, я такой человек, который, когда качается, выполняет все побочные миссии, все вообще, все, что вижу, все выполняю. А в Warcraft это, по сути, ну, приветствуется, но это не надо. То есть нужно как-то знать, какие миссии брать, куда бежать, где что достать. Когда вы это знаете, вы быстро докачиваетесь до высокого уровня, ходите на рейды, предметы всякое. Но это не для меня. Я не люблю бежать куда-то, торопиться. Я вот не люблю даже игры на время. То есть, знаете, ну, таких игр нету, я вообще не знаю. Ну, или когда какая-нибудь миссия в какой-нибудь игре, вот вам за 5 минут вы должны выполнить. Я не хочу. Я хочу убить всех врагов и спокойно идти дальше. А здесь говорят, за 5 минут туда доберитесь, в итоге вы даже половину врагов не перебьете и прочее. Так, отвлеклись. Так, что еще я хотел сказать? Значит, ну вот про World of Warcraft сказал. Hearthstone, который вы можете увидеть на канале Лунного Монаха, собственно говоря, что он из себя представляет, ссылка будет в описании. Так, хочу сесть повыше, но тогда будет, вот видите, отсвечивать от лампочки. Думаю, не очень. Ну, вот так только если сделать. Потому что у меня спина затекла. Ну, к микрофону мне придется так все равно наклоняться. А, почему микрофон на наушниках нету? Ну, он есть, только кошка провод перегрызла. Сволочь. Ну, я ее уже наказал, естественно, но деньги-то есть. Я могу в любой момент купить наушники, знаете, с этими ЕГЭ, с этими курсами, с этими домашним заданием. Вот. Я только успеваю видео снять, а вот на наушники что-то никак не доберусь. Боюсь, что я куплю новые наушники, и одна черная скотина опять перекусит провод. Она уже пытается дорыться до провода, который от интернета. Я говорю, ты что, совсем уже, говорю, ну и против батьки-то не лезь. Она мр-мр и уходит. Ну, вообще наглась просто. Вот. Так, что еще я говорил? А, ну да, Hearthstone, также появилась моба от Blizzard, это Heroes of the Storm. Игра довольно классная, допустим, если я в Доту ни разу не играл, ну и не хочу, я посмотрел уже, что-то меня не сильно влечет, то Heroes of the Storm, это реальная игра, стоит вообще, ну даже, я не буду говорить, что она лучше Доты, потому что это, скажем так, оценочное мнение, то есть мне она понравилась, я считаю, что она лучше Доты, но возможно она даже хуже, но лично мне она нравится больше. То есть если вы не видели еще эту игру, пожалуйста, нет, пожалуйста, не получится, потому что сейчас она только в предзаказе, если вам подарят ключ, вы сможете в нее поиграть. То есть она пока что закрыта, бета-версия, по-моему, или альфа, бета, по-моему. Когда выйдет уже игра, вообще скачивайте сразу, отвечаю, вам понравится.
Вот. Но из вселенной Blizzard больше всего StarCraft тут почему-то нравится мне и все. Не знаю почему. И я решил, что для канала я обязательно сниму это видео. Ну, не видео, в смысле, а прохождение этой игры. Ну, собственно говоря, все. Значит, по поводу, допустим, я буду выбирать скоро билдер. Ну, не скоро, конечно, учитывая, сколько будет длиться монтаж, вся эта мутатня. Ну, допустим, до конца мая я обязан закончить билдер. А если я это сделаю, в группу заходите и я выставлю голосование по поводу того, какую игру проходить дальше. Лично я думаю, что Dino Hunter Deadly Shores будет сниматься, то есть уже отдельно от билдера, как вторая игра. По субботам будем снимать забеги по играм каким-нибудь. Ну и нужна будет вторая игра. Допустим, я предлагаю Dino Crisis 2 пройти прохождение. Чё, нормально? Ну я-то предлагаю, но возможно у вас другое мнение, поэтому заходите в группу, оставляйте свои комментарии. И под видео обязательно оставляйте комментарии, я все читаю. Читаю я их все, потому что их мало. Но дело не в этом. То есть я мог бы, комментарий, что-то там оставил, даже читать не буду. Нет, я читаю все. Стараюсь отвечать на каждый, если они не повторяются. То есть, допустим, кто-то пишет, жалко, что она по сети. Ну что я могу ответить? Соболезную? Что у тебя там нет интернета и прочее. Все, что я могу написать. Поэтому я на такие комментарии не отвечаю. Но если вы там как-то скинь там ссылку или, допустим, я там... Это очень классный мод. Я посмотрел, мне понравилось. Может, ты посоветуешь какой-нибудь еще мод? Или какой мод ты установил первым? На такие вопросы мне даже самому приятно отвечать. И я отвечаю и скидываю ссылку, если есть. Ну, если знаю ее. Так что можете спокойно мне писать. Если ВКонтакте не хотите, пишите в Ютубе комментарии. То есть плохо, хорошо, понравилось, не понравилось. Хотя бы просто этот набор слов. Мне и то будет уже приятно. То есть, если вы не ставите лайки, я же вас не заставляю. То можете хотя бы комментарии оставлять. Думаю, вам это не слишком сложно. Вот. Еще раз всем спасибо. Кликайте по рекламе, там, базюкайте. Потому что надо не просто кликнуть и перейти по сайту. Нужно там что-нибудь... Не надо ничего нажимать, просто... Так. Не надо ничего нажимать, просто повазюкайте. Туда-сюда, вверх, вниз, там, вправо-лево. И мне денежка такая приходит. Постепенно вас все больше, вы все больше кликаете по рекламе, у меня все больше денег, больше, возможно, я даже начну снимать релизы. Хоть какая-нибудь новая игра вышла, я такой, хопана, приду, сниму. Меня самому нуждало вот так вот делать. Я не знаю, почему, видимо, я волнуюсь просто. Первый раз на видео, ну, так-то в скайпе снимал, ну, там друзья, тут я, собственно говоря, почти для 230 с лишним человек снимаю видео, то есть я не знаю, собственно говоря, этих людей. Вас, точнее, не знаю. Так, еще раз всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кликайте по рекламе. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не прош... Эти 13 минут, 18, 19, 20 секунд не прошли для вас даром, то есть дал пищу для размышлений, что-то выяснилось, что-то прояснилось, привил, скажем так, интерес к своему каналу, ну и прочее. Всех новых подписчиков я приветствую на своем канале. Ребята, надеюсь, вам понравится. Да я даже уверен в этом, что понравится. Само мнение скачет, конечно, но что поделать. Такие мы есть. Ну все, я заканчиваю. В конце поставлю какую-нибудь картинку с музыкой, чтобы расслабились после такой беседы. Также планируйте, ищите людей на субботу, на эту субботу. Надеюсь, видео выйдет до субботы играть в игру Left 4 Dead 2. Я один тут, там тут ни за что туда не пойду, только с кем-нибудь. Я буду визжать как свинья со страху, потому что я больше всего в жизни я ненавижу зомби. Какие-то неотвратные очень. Я уж лучше прыгну к акуле, чтобы она меня сожрала, чем к этим зомби. Не знаю, у каждого свое, кто-то оборотня не боится. Вот. И поэтому я один никогда не буду выиграть в такие игры. Только с кем-нибудь. Лунный монах уже согласился. Это как раз поднимет популярность его канала. Нам нужен еще два человека. Как вы знаете, Left 4 Dead назван не зря. Если дословно переводить, это четыре левых мертвеца. Вот. У нас только двое пока что. Нужно еще двое. Чтобы получилось в сумме четыре. И мы будем не только по сети играть. Я планирую кооперативом пройти кампанию.
там, собственно говоря, такой компании-то нет, но все же касцены, все это присутствует, то есть, грубо говоря, как, ну, какая-то компания все равно есть. Поэтому я планирую ее пройти. Как я сказал, один я этого делать не буду. А думаю, у кого есть желание, пожалуйста, там. Эй, да, я согласен. Мой ник в Стиме, значит, Дарт Сидиус, но... А вы туда ну, не подписывайтесь, в смысле, добавляйтесь в друзья, там я спам ни какой не распространяю, то есть я вам не помешаю. Вот, но я буду играть с аккаунта BL Ragnar. Да, с этого аккаунта я буду играть. Все, я уже заканчиваю, все, простите, я просто все уж так первый раз решил уж взахлеб все рассказать, все, что знаю, все, что не знаю. Надеюсь, я не разочаровал вас, то, ну, возможно, вы представляли меня, точнее, себе, меня себе каким-то другим. Надеюсь, я вас не разочаровал. Так, ну а теперь музыка, картинка, все. Удачи, до скорых встреч, оставайтесь на моем канале, не бросайте меня. Пока. Пока. Я забыл.